В меню первого дня форума Поволжья настоящий шведский стол. Здесь каждый может найти себе занятие по вкусу и попробовать все. На завтрак осмотреть экспозиции ярмарки проектов, на обед пообщаться напрямую с представителями власти, а на плотный ужин – плотная образовательная программа, знания в которой, кстати, как в известном советском фильме, молодым бизнесменам раздают бесплатно. На выставке молодых предпринимателей представлено более 40 проектов, в их числе проекты международного масштаба, такие как, например, «Очки дополненной реальности». Если мы сравниваем с американскими аналогами, то наши очки в 6 раз дешевле. Мы опередили их тем, что у нас больше поле зрения даже, представляете? Вообще у нас проект, он мировой. Очень много запросов у нас от иностранных компаний, от иностранных частных лиц. Вот, очень много из Америки запросов и из Европы. Очки дополненной реальности отечественного производства, вышедшие из-под пера нижегородских конструкторов, единственный в России импортозамещающий аналог американских разработок. Сфера их